Привет-привет, друзья! Мы начинаем новую игру. Да, несмотря на то, что есть некоторое количество игр, которые я уже начала, я пока все никак не продолжу, да. Все-таки мне очень захотелось поиграть в эту игру, да, и она пока еще довольно свеженькая, поэтому я думаю, что среди вас найдется не очень много тех, кто в нее уже поиграл. Хотя, если есть те, кто отслеживают новинки, то, наверное, вы уже с ней ознакомились. Что-то много меня. Давайте я себе тут сбоку тащу. Как обычно, настройка стрима происходит на стриме. Простите, ну, я думаю, вы уже поняли, что у меня не очень много времени сейчас днем, чтобы всем этим заниматься. Не буду обрадоваться в очередной раз. Да, так вот, игра обещает быть очень атмосферной, очень красивой, очень такой сказочной. Я должна признать, что уже по традиции я не играла в первую часть. Я слабо себе представляю, с каким именно миром мы столкнемся. Я, единственное, немножечко посмотрела прохождение первой части на ютубе, но оно довольно длинное, само прохождение. Я не могла бы его осилить целиком. Я просто так ознакомилась немножко с тем, как вообще выглядела первая часть игры. Это вторая часть. О ней я не знаю практически ничего, кроме того, что, собственно, было написано в Стиме. О ней я могу вам прочесть описание, если хотите. Так, игры. Сейчас я найду, и чтобы вы были в курсе, в принципе, что там у них произошло, не стану теперь сказать своими словами. Боюсь, что я могу вас просто ввести сейчас в заблуждение, если скажу что-то не то. Так вот, об игре. Началась война во время авианалета. 16-летний Ноа со своей младшей сестрой Рени укрылись в бункере. Здесь они нашли не только спасение от бомб, но и мир-перекресток между жизнью и смертью, безмолвный мир. Сестра Ноа заблудилась, а мальчику пришлось отправиться на ее поиски в этой небезопасной, как оказалось, идиллии. То есть весь из себя мир такой должен быть очень красивый, но в то же время с множеством опасностей. Я себе так это представляю. В безмолвном мире свои войны и страдания. Зловещие твари нападают на деревни и города, опустошая некогда безмятежное место между мирами. Только маленький отряд повстанцев противостоит надвигающейся угрозе. Судьба безмолвного мира и его фантастических обитателей оказывается в руках брата и сестры, которым предстоит спасти и свои собственные жизни. Так, присоединитесь к Ноа и Рени в захватывающем путешествии по безмолвному миру. Их история раскрывается в контрастной череде светлых и опасных эпизодов и не оставит никого равнодушным. Тра-ля-ля. Дальше уже не так интересно. Я хочу сказать, что игра вроде бы не очень длинная, как я поняла по отзывам. То есть я думаю, что мне это на 2, ну максимум на 3 стрима. Я уже говорила, что мне в последнее время нравится проходить такие игры, которые... которые мы быстро начинаем и быстро заканчиваем. Ника сказала, что типа свежак. Ну как, она вышла 15 ноября, кажется, не так уж давно. Поэтому я думаю, что среди вас точно будут те, кто с ней еще не сталкивались. Поменяй язык в настройке. Да, здесь нет русской озвучки, здесь есть субтитры на русском. Вот. Так, в общем, озвучка есть только польская, китайская, немецкая, английская. Эх. Зато целая... Ой-ой-ой-ой, нет, куда я... Я пролистнула там какие-то ужасы. Это раньше, когда была возможность в телефоне тоже так сбить язык, я когда-то сбила и очень испугалась. Так, значит, давайте мы оставим английский язык озвучки, русский язык субтитров. Размер субтитров нормальный такой размер, я думаю, можно оставлять. Или можно еще покрупнее. А, нельзя выбрать. Субтитры, да, я хочу, чтобы были субтитры. Быстрые субтитры? Не, нам медленные субтитры, пожалуйста. А, поэтому не оставляем самые большие. Самые большие субтитры. Давай китайскую, польскую ставь. Челлендж на испанском языке. То есть, если я поставлю польскую, то, возможно, кто-то из вас что-нибудь даже поймет, да? Я, наверное, оставлю английскую. Будет с пользой для дела, давайте учить язык. Так. Ну что, я немножко задержалась, я знаю. Мы можем прямо сейчас приступить к игре. Можем поздороваться. Польской нет, есть для субтитров, по-моему, польские озвучки, да, действительно, по-моему, польская не было. Немецкий, китайский. Полировать. Чё?
Полировать? Что я иду полировать? Я что не понимаю. Полировать? Полировать. Почему бы нет? Может, это и есть польское? Google Translate. Вот так это была локализация. Я все-таки думаю, что я оставлю вот так на строчке. Поехали. Да, ребят, простите, но не буду прям поименно сейчас с каждым здороваться. Я задержалась существенно. Теперь вы будете знать, что польский — это полировать. Так, мне надо какую-то волосу убрать, чтобы они мне сильно не мешали. Сейчас. Чтобы наушники не падали. Все, мы почти готовы. Чай налит. Вы там как со вкусняшками? Привет, рулет. В общем, ребят, всем привет, кто уже давно сидит, ждет с самого начала. Я вас всех видела, правда, просто не хочу сейчас еще 10 минут тратить. Если я планирую эту игру пройти быстро, за пару стримов, то нельзя сильно рассиживаться. Так, да, новая игра, поехали. Просто Polish написано, перевели полировать, да. Я тоже так давно. Там вроде на прошлом стриме разрешился что-то быть с косичками. Блин, я забыла, реально было голосование. Мне напоминать надо о таких вещах. Напоминать. Косичками. Ребят, вот, наверное, я не очень хотела заслонять игру. Ладно, это потом перетащу. Давайте посмотрим ролик. Noah? Reedy, we gotta go to the bunker! Прерывать, но если вы там у меня глохнете, это даже не дело, давайте сделаем потише. Такое грустное начало, вот с самого начала. Все Что, я буду плакать? Грустная история, конечно. Ну, что нам плакать? Так, потише стало? Я его немножко тише сделала. Если нужно будет еще тише говорить.
Silence называется наша игрушка с замечательным саундтреком, который мне уже очень понравился. Единственное, что у меня шторка съехала вот тут. Сейчас. Так, ну плевать на шторку, в общем. Тихо, не-не-не, куда я поехала? Сейчас я себя поставлю куда-нибудь вот так. В общем, нам сейчас по ходу игры будет чуть-чуть понятнее, что со звуком. Привет, Витя. Кстати, ребята, кто-то до начала стрима поддержал канал на Гудгейме. Я не знаю, кто это, написано неизвестный. Это или какие-то глюки, или на самом деле кто-то анонимно отправил поддержку. Спасибо большое. О, сенсорика столик сделал. Сенсорика мастер на все руки, на самом деле. Ну что, моя игра идет или не идет? Что черный экран-то? А, вот-вот, что-то происходит. Кава, на этот раз ты выберешь невесту главного героя. Мы посмотрим, будут ли нам там попадаться какие-нибудь волшебные принцессы сказочные. Вот этот мальчик. Ну сколько им? 16, я забыла. Здесь так тесно и пыльно, мне нечем дышать. Это ужасно. Мы справимся, Рени. Рени, может быть, или Рени. Мисс Клок говорит, что здесь опасно. А еще мисс Клок говорит, что от плохих слов чернеет язык. Все равно здесь безопаснее, чем снаружи. Можно убежать в лес и спрятаться там. Нет. Можно вернуться в приют. Наверняка Сара и Мари нас ждут. Уже нет приюта. Мы застряли здесь, неужели ты не понимаешь? Все, кто остался снаружи, погибнут. Все до одного. Маленькие девочки не бессмертны. Они взорвутся, как и все остальные. О, я не хотел. Рени, я не хотел тебя пугать. Рени, прости, забудь, что я сказал. Так, Рени, все хорошо. Здесь ты в безопасности, клянусь. Как мне утешить Рени? Щелкни по земле, чтобы переместиться к указанной точке. Так, нам нужно как-то утешить сестричку, наверное, что-то найти. О, включим телек, точно. Это случай развлечь ребенка на все случаи жизни. Ой, случай, способ. Способ. Сегодняшняя битва завершилась массовыми потерями, число жертв пока неизвестно. Бомбардировка с воздуха продолжится еще какое-то время. Это называется, я попыталась успокоить девочку. Ведьмак будет послезавтра, скорее всего, потому что завтра мы ее, наверное, будем допроходить. Смотри, Рени, слоник. Слоник? Как-то не похоже, если честно. Ну, чувак старался, я понимаю. Вот мы, скорее всего, будем эту игру допроходить завтра, потому что она, говорят, короткая. Я думаю, что за два стрима я должна управиться. А после этого Ведьмак. О, зеркальце, только оно разбитое. Моя бабушка говорит, нельзя смотреть в разбитое зеркало. Но я не суеверная. Обычное зеркало. Ну, маленькие девочки любят зеркало. Носок. Смотри-ка, это ведь носок, который я потерял неделю назад. Вряд ли я найду его пару. Носки делают парами, но один всегда теряется. Жиза, да. Да, немного грустно. Так, абажур я уже потыкала. Где я еще не потыкала? Ну-ка. Часики. Какой-то ослик, ну ослик, наверное. Не то, что... Может, с ней просто поговорить, да, я вот тоже думаю, это ведь хороший вариант. Она всегда икает от страха. Не, ну вообще у них тут довольно уютненько. Хорошо иметь хоть какое-то убежище, когда... Когда такой ужас творится вокруг.
Ламис. После просмотра «Астрала» потом долго боялась «Зеркал темноты». Я боялась «Зеркал», когда посмотрела фильм «Зеркало». Я об этом вам уже говорила. Он меня очень впечатлил, и я потом реально боялась смотреть в «Зеркало». То есть мне каждый раз становилось не по себе, и в голову начинали лезть какие-то мысли жуткие. Да, ну блин, я же все попробовала. Хнык-хнык-ик. Боюсь разговорами, я только все усугубляю. Но тогда нужно положить ее спать. Пусть еще раз телек включим, может, там что-то новенькое. Может, на этот раз мультики? Война в самом разгаре. Блин, это не то, что я собиралась ей включить. Электричество есть, значит, можно зарядить мобильник. Почему нет? Почему нет? За два стрима Фарш не верит, что я пройду за два стрима. Но если не пройду за два, то все равно буду разрывать ее ведьмаком. Три стрима подряд квесты — это слишком. Поэтому сегодня-завтра, да, сидим над ней. У нее точно есть ножки? Да, она же там бегала с девочками, снеговика делала. Я ничего не понимаю. А, подождите, может, мне нужно пройти куда-то? Нет, это... Комнатка на самом деле небольшая совсем. Ходи, не ходи. Ничего ты больше не увидишь. Ну да, вот и поиграли. Вот и прошли игру, что ты скажешь. Ищи холодильник. Ослик рядом. Да, я видела ослика только. О, шарики. Ослик нет, а вот шарики. Он будет жонглировать. Так, в этом месте можно сделать что-то особенное. Перетащи и совмести оба символа или нажми левую кнопку мыши. Подсказка контуры можно отключить в настройках игры. Че, пусть будут контуры, мне пока не мешат. Так, угадай, кто я? Наверное, ты жонглёр? Ты совсем на него не похож. А теперь... Нет, у тебя даже помпончиков нет. Где же найти мою шапку с помпончиками? Не говоря уже о зеленой гусенице. О, голова ослика, подождите, может быть там есть шапка? У него голова с помпоном. Терпеть не могу дурачиться, но... И как теперь это выглядит? Помнишь мультик про лошарика? Игру помню про лошарика, и мультик не помню. Так, а шарик я куда положила? Такого, как капель, трудно найти. А, это и есть та зеленая гусеничка. Я думала, я еще раз... Капель, где же он? В носке, может, нет? Ну, мог он залезть в носок. Вот, получится отличный носок капель. Та-дам! Сегодня выполняем все пожелания публики. Я хочу историю о безмолвном мире, правда? Или что сделали с алфавитом? Ну, это, я думаю, трудности перевода. Дорвал голову ослику, вот ребенок порадуется. Что сделать с песней? Я даже не знаю. Тут оба варианта такие... Но это, наверное, какие-то внутрисемейные шуточки, которых мне просто не понять. Ладно, это еще более-менее прилично выглядит, хорошо.
она хотела алфавит. Так, ладно, итак, это история о Седрике и безмолвном мире. Это то, что было в первой части. Конечно, и безмолвном... Юху! Прости. Безмолвном мире. Седрик был клоуном, который никогда не смеялся и не любил, чтобы смеялись над ним. Он оставил дедушку, брата и цирк, чтобы пойти повидать мир. Но он был не один, ведь с ним был верный друг. Капль тоже помогал Седрику, и он превращался в разные штуки. И в конце концов они добрались до короля безмолвного мира. Тебе нужна корона и еще что-то для пророчества. Не все сразу. Сначала корона. Корона? Ну, абажур, нормальная корона. Верни голову ослику. Типа так и было, короче. Абажур будет короной, я думаю. А вот же она. Hey, presto! The King of Silence. Вот тогда король безмолвного мира. Он был добрым королем, но сильно захворал, а вместе с ним начала страдать страна. Поля увяли, стены и города осыпались, все пришло в упадок и разрушилось. Если бы король поправился, тогда бы расцвел и весь безмолвный мир. Седрик хотел достать для него эликсир жизни, как и предсказал старый оракул. Шана не старая, верно, она скорее вечная и таинственная. А где ее хрустальный шар? О, сейчас, вон та лампочка, вполне себе хрустальный шар, да? Ну, привет, хрустальный шар. Разве у Шана был такой шар? Конечно! Был где-то припрятан. Таинственная Шана предсказала, что Седвику суждено спасти короля, но при этом он уничтожит безмолвный мир. Конечно. Он в это не поверил, он ведь хотел принести королю эликсир жизни, да? Да, но прибыв в замок, он понял, что Шана была права. Ты помнишь, что ожидало его в тронном зале? Что переворачивает все вокруг, при этом не двигаясь? В тронном зале не было короля, только зеркало. Привет, Смоук. Зеркало, вот зеркало. И когда Седвик осмелился заглянуть в зеркало, он не увидел клоуна в шапке. Он увидел больного мальчика, готового, наконец, снова открыть глаза или закрыть их навсегда. И этим мальчиком был ты. Ты заболел и долго спал, а Седвик, Капль, безмолвный мир просто тебе приснились. Да. И что? Что сделал Седвик? Он разбил зеркало и погубил свой мир, чтобы спасти тебя. Ты был королем безмолвного мира. Ренни! Трогла, думала, они реально молчать будут. Ну да, могла бы быть такая вся игра про картинки. Ренни, что с тобой? Ренни? Сражаясь с третьей волной. Тяжелый артиллерийский обстрел. После долгих месяцев затишья. Бой снова разгорелся. Давай, оттаскивайся. Что-то, может, я что-то не то делаю? Ренни, где ты? Так, ну, наверное, мы будем сейчас ходить. Так, среднюю кнопку мыши или пробел. Отключить эту возможность можно в настройках игры. О, неплохо, короче, все, я здесь не потеряюсь. О, ослик. Да, точнее, то, что от него осталось. Да ладно, как будто ему жаль, на самом деле, он ему сам голову оторвал. Всем, включая подростков, предлагается вступить в ряды, ну, какой-то армии, наверное.
Тонно. Выключить телевизор. А, нет, темно же станет. Что? Ринни! Не могу спасти ослика, не могу. Тяжелый артиллерийский обстрел, это мы уже слышали. Вот тут в темноту, ну идем в темноту. Ринни! Where are you? Явно же слышно, что Ринни, да, мне тоже кажется, что Ринни. Да и Ринни мне постоянно напоминает какие-то таблетки. Название лекарства. Так, я в темноту уже посмотрела, и там, правильно. Ринни! Where are you? Хотя, смотря как там пишется, на самом деле. Попробовать это двинуть. Ну, давай, тащи. Ринни! Что-то у меня с первого раза не получается. Ринни! Может, мне нужна чувствительность мышки увеличить, а то я выезжаю уже за пределы коврика. О, слава богу. Что там? Подождите, что он там нашел? Носок? Ну да, он делал гусеничку из него. Капель, ты там? Это реально яйцо этой гусенички? Да, если бы я посмотрела. Ринни! Ты жива! Где ты? Но? Дурацкая рухлядь. Выключу, выключу. Нечего зомбироваться. Оп. Умолкни, ты что, не знаешь, как выключить звук? Выключи этот телевизор, все средства хорошо, так я и пыталась. О. Так я же и выключаю, ну. О, не-не-не, тут есть метод получше. Есть метод получше сейчас, сейчас. Снова мне брутального мужика отыгрывать, ну. Я думала, я буду маленькой девочкой вот это. Shut up. Замолчи. Нет, что-то он не замолчал. Но Ринни. Развалина. Замолк. Он плохо бьет, у него ничего не получается. Shut up already. Shut the hell up! Да ну мне голос говорит. О, подождите. Выходит, нога это недостаточно действенный метод, чтобы выключить телек. Кто бы мог подумать? What is that? Так, вот и проход, я так понимаю, в этот мир. Привет, Дени. Музыка мне чем-то героев напомнила. Где я? О, так это же уже волшебный мир, правда? Я надеюсь, что мы уже на месте. Что-то мне неудобно, не могу понять, что не так. Ты всегда кидаешься крушить все кувалдой, когда голоса в твоей голове говорят так делать. То. А ты представляешь, как будет плохо, если я буду действовать наперекор? Ох ты ж, елки-палки, серьезно, пойди по туннелю и найди свою сестру. Хорошо, это очевидный совет. Мой старый фургончик, то есть старый фургончик Седвика. А, то есть... Зонтик. Скорее нужно найти Ренни, хорошо.
Ой-ой, я все поломала опять. Попробуем как-то по-другому залезть. Котел, это правда котел деда Седвика? Часы. Я так понимаю, это вся комната наполнена предметами из первой части. Ой-ой. Глобус. Я могу прыгнуть туда на глобус? Ты уверен? А если он крутится? О, мальчика плохо с самосохранением. Я же говорила. Я знала, что так и будет. Я знала, что этим закончится. Ну, можно было выбрать какой-то вариант более безопасный, правда, дружище? Не обязательно падать в эту зеленую жижу. Почему нельзя было сразу залезть в этот котел? Ну, ладно. Еще один мир разрушен моими руками. Эй, это же просто глобус, и я не Седвик. Да, что-то мальчик любит драматизировать. Доспех. В прошлый раз, когда я видел эту броню, ее носил повар. Надеюсь, он уцелел. Привет, что за игра, где Геральт? Геральт будет послезавтра. Ну или завтра, если мне игра сейчас покажется не очень увлекательной, то завтра. Рини! Это точно была она? Она бы, ну, послушалась, мне кажется. Почему она убежала? О. Ну вот. Утопила. Так, планетарный механизм. Попробуем залезть на него. А что если это все проблема от химического оружия? Ну да, то есть на самом деле просто он по-прежнему находится в бункере, только у него при этом шарики за ролики заехали, да. Так, рельсы. Нужно меньше думать и больше действовать. Ничего себе, да ну тебя, просто изучаю эту комнату. Меньше думать, да ну их. О, привет, Алекс, и спасибо большое. Спасибо. О, а девочка реально его не ждала, она просто пошла изучать все вокруг. Это как вообще? Говорят же детям, потерялся, никуда не ходи, стой на месте. Вот, нарвалась на плохого дядю. Девочка, убегай, убегай. Как мне так все поставить, чтобы удобно было? Простите, я никак не усядусь, все мне не так. Безмолвный мир. И оторванная голова пупса какого-то, жесть. Я не желаю видеть дурацких бабочек. Я хочу вернуть сестру. Ой-ой. Тихо, пригнись быстро. Спрятаться и затихнуть, конечно. Я не знаю, что это за голос в моей голове, но, по крайней мере, сейчас он говорит то же, что и говорит мне внутренний инстинкт. Это добрый дядь? Это мы еще посмотрим. Jeez, what was that? Видите? Голос норм. You did well. А вот и принцесса, на которой мы его женим. Я так быстро нахожу парочки в играх, это просто... А, я же вам читать собиралась. Сестру потеряла, она примерно такого роста, очень храбрая, ты ее видела? Она прошлась прямо через пасть. Червь был еще жив, когда она через него прошла? Серьезно? Не понимаю, как тебе удалось выбраться из мироточца живым, а уж тем более убить его. Видимо, тебе улыбнулась удача. Надеюсь, она от тебя не отвернется. Кстати, да, блин, они тоже, они так же быстро говорят, как и волки.
Не могу сказать, она ведь тайный. Кто? А, кто тайный? Да, я что-то ничего не понимаю. Ладно, я сейчас попытаюсь читать быстрее. Кто-то что-то понял, о чем она говорила? Кто тайный? Пошли, эй, погоди! Короче, вот так появилась дама, наплела всякую чушь и убежала. Жалко, такая красивая. Куда она забралась? Еще важнее, как мне туда забраться. Ну, по скале, очевидно. Лужа. Красиво. Тут можно разглядывать комок шерсти. А так издалека и низко. О, какая прелесть! С ума сойти, ты такой прикольный! Как... И оно вот так вот фыркает. О, нет, мы никуда не уходим, нет. Мы тут останемся. Может, он застрял? Вам не кажется, что он как бы пытается вылезти, но его что-то там держит? О, помочь бы. Назад к червю? Не, я не хочу туда возвращаться. Хотя там может быть что-то полезное, если он не сможет залезть. Что, с веревкой, что без веревки? Он не знает, как туда залезть. Видимо, придется вернуться и поискать что-нибудь подходящее. Пройдем игру за два стрима. Ну, может, не пройдем, тогда завтра, видимо, кап... О, грибочки! Грибочки я тоже с завидной регулярностью в играх нахожу. Ребят, вебку не надо поменьше, я так вот пытаюсь прикинуть, чтобы она вам не закрывала большую часть красоты. Его доедает кровожадный крот, ой-ой-ой. Ника, нам нужен такой смайлик. Насчет смайликов, мы уже накопили на Good Game на второй смайлик достаточное количество подписчиков, и проблема только в том, что я никак не сяду, не нарисую несколько, чтобы потом вам их предоставить на выбор. Вот. Так, ладно. Назад. Его надо вытащить, ну, блин, вот с этим мне приходится всегда здесь посидеть и помучиться, потому что, блин, что с мышкой? Мне надо в нее подуть. Ну, реально подуть, я вам рассказывала там, почему так эта пыль набирается внутрь, из-за того, что она царапает поверхность, и она начинает хуже реагировать. Так, сейчас получится, получится. Резиновые поганки, может, еще разок? Так я подальше сейчас ее так отодвину, чтобы тянуть можно было прям. Ну давай, давай, я же обещала, что я быстро пройду. Тяни гриб уже. Да ну вас! Я надеюсь, они мне не пригодятся. Как они мне помогут вылезти? Никак. Так, идем внутрь. О, голова статуи, ее можно подвинуть? Хватай за ухо. Нет? А, видимо, толкать. Подкатить поближе? С моей мышкой? Нет, не судьба тебе, парень. Забыла, как его зовут уже, кстати. Ип? Это... Капуль, это ты? Ип? Разумеется, ведь это безмолвный мир. И? Это ты, правда ты? Давай ты вылупишься и поможешь мне. Что? Почему нет? Погоди-ка, я тебя оттуда вытащу. Хм. Как все раз в компьютере разбивают яйца об лоб следующего ребенка, что? Он реально его решил выковыривать оттуда? Жестокий мальчик. Яйцо должно быть в гнезде. О. А что если вернуться в соседнюю? В заросли? Вот, давайте в заросли пойдем. Сейчас мы ему гнездо попробуем соорудить. Ой-ой-ой, смотрите, какая-то гусеница. Какая-то другая. И он выпрыгнул! О, его не доедает крот. Что, кушать хочется? Блин, мне кажется, придется таки
грибочек сорвать. Ну уже капля обжора, вылезай из яйца и попробуй кусочек. Так, пойдем дадим его комку шерсти, он-то его расковыряет. Главное потом вовремя спасти. Уютное теплое гнездо, вот что тебе сейчас нужно. Ого, черт. Ну погоди, я затащу туда это яйцо. Но нам нужно его отвлечь. А для этого нужно ему грибочек дать. Но я его вытащить не могу, у меня с мышкой... Что-то мы не дружим с ней. Все, подул. Сейчас будет лучше, попробуем пойти и достать. Грибочек. Ой, червячка, червячка, лови, 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 лови его. Лови, черт, ты его не ловишь. О, криворукий. Ну, пока я вернусь. Если он будет долго жевать, то я успею. Отлично. Вылупляйся поскорее. О, это сейчас вернется и в шоке будет. Он на него сверху сел. О, дружочек, тебя ждет сюрприз. Смотри, он сидевший. Смотрит, что вы мне подсунули. Отличная пробежка, если учесть, что ты только вылупился. Такого я еще не видел. Ладно, давай-ка делать ноги отсюда. Ты готов? У. Он только такие звуки всякие издает. Так, наведи курсор на капли, переторщи курсор вниз, удерживай кнопку мыши, чтобы капель стал плоским. Мне предлагают его сплющить. О, ну... Плоский как блин. Блин, вам не кажется, что я жестоко с ним обращаюсь? А, вам не видно. Вам за мной не видно, как он выглядит сейчас. Блин, ну вот. Смотрите. Видите? Все очень плохо. Ой, а теперь его надуть можно. Ё-моё, вот мне его жалко, честно. Ну, вот представляете, если с вами кто-то такое делает. Просто нечто. Надуваем капли. Это кусочек живого теста, что-то вроде того. Простите, я все никак по-прежнему усесться не могу. А зачем мне вообще клавиатура? Я здесь делала что-то клавиатурой? Вообще нет, убираем ее отсюда. Хватит издеваться над каплем. Хорошо. Так, чтобы капель стал шарообразным. Я использую его как типа домкрат такой. А что, удобненько. Теперь он может запрыгнуть. А? Заброшу тебя наверх, как мячик. О. Чудесная игра. Мне уже дали девочку для того, чтобы их поженить. Мне уже дали существо, над которым я могу по ходу прохождения издеваться. Ага, не хочет он никуда забрасываться. Если бы я хоть немного умел бросать, а он такой немножко растяпан. Ну? Пытка номер два. Alright. Here goes nothing. То пытка, не пытка. Давай. Что-то не так, да, у меня? Blame bad aerodynamics. Все из-за плохой аэродинамики. Что если его сплющить? Типа, забирайся наверх. Забирайся наверх. Нет, не хочешь? Ну сам. Ёма, ты же понимаешь, что я хочу лезть на эту штуку. Я же не могу его оставить. Мне нужно сначала его забросить, а потом самой забираться. Можно коленом понабивать, как мячик. Да, как в школе мальчики делают.
Да, давай прыгай. Ты не умеешь лазить, а я бросать. Это проблема. Я же не могу его бросить, правда. А, он его берет с собой. С ума сойти, но это уже было бы довольно легко, мне кажется. Как же нам поднять тебя наверх? Пареньку нужно две руки, чтобы залезть. Я сейчас. Можно этого каплю намочить? Ракон, как ты думаешь, что из этого должно измениться? Он станет более скользким? Да. Встретимся с Рене, когда взорвем этот мост. Ты что, самоубийца? Ты убила Рене? Что за чушь? Я Кира, лидер повстанцев, а не убийца. Ладно, ладно. Я не уйду, пока этот мост не взлетит на воздух, ясно? Абсолютно. К чему ты вообще об этом заговорила? К тому, что ты мне поможешь. Черт, свет погас. И что это значит? Что искатели идут. Подержи-ка минутку. Зачем? Что это? Просто прижми как следует. Части бомбы? Да, конечно, всегда так делаю. Хорошо. Вы повстанцы, и вы хотите взорвать этот мост, ясно? Вот именно. Ты взяла Рене в заложники, чтобы вынудить меня помогать вам? Ага, мы уже давно ждали героя вроде тебя. Так почему я должен помогать? В этом мире остались только искатели и повстанцы. На чью сторону встанешь ты? Ребят, я отвлеклась и пропустила. Так, теперь должно сработать. Хочешь ее взорвать? Да, конечно. Конечно. Почему нет? Детонировать бомбу? Оп. Тык-тык-тык-тык. Я не умею, меня еще не научили пригибаться. А, игра сама все сделает. Да что такое? Почему эта штуковина не рушится? Ее удерживает кольцо, нужно взорвать его тоже. Взрывчатки у нас достаточно, но детонатора нет. Придется сделать его вручную. Где детонатор? Нет, я патриот. Мама дорогая. Я не позволю, чтобы мой билет к Рене взлетел на воздух. Нужно придумать другой способ сломать кольцо. А против кого вы восстали? Слыхал про королеву лжи? Неважно, сколько искателей она спустит на нас, мы ее найдем и прикончим. Ты же понимаешь, что погибнешь, взрывая эту штуку без фитиля? Значит, я умру за Калимар. Калимар, правильно, пришла. Должен быть способ его разрушить. О, летучий краб, серьезно? О, прикольно. Смотрите, он реально летает. На краба вообще ни разу не похоже. А, или чуть-чуть. Нормально так. Шумовой шар, тут куча всяких приколюх. Кира? Да, воинственная такая Кира. Это отвлекать искателей, шумовой шар. Передай его сюда. Конечно. Ой. Вот молодец, это был последний шар. Извини. Он вообще без руки, это же надо. Ой, я хочу ткнуть еще одного крабика. Мы пройдем эту игру быстро, да. Мы пройдем. Сейчас, смотрите, смотрите, сейчас взлетит. Бумс. Я даже ачивку за это получила. Так, а что еще? Подсветочку. А что означает этот камень? Герб Калимара и приветствие торговцам, приезжающим на рынок. Я могу сбегать в Калимар по-быстренькому, лестница вниз, у меня там гусеничка моя лежит, но ей, я думаю, там она в безопасности, в общем. Так, это с векового фестиваля. Не может город быть старше меня, это еще почему? Если скажу, ты решишь, что я псих. Поздновато спохватился. Что-то уж очень на Хроники Нарнии похоже, ну да, что-то есть.
Спидранним игру Изи за 3 стрима, 4 плюс стрима дропнут после первого стрима. А почему, где мой вариант за 2 стрима? Где у меня голосовалочки 2 стрима? То есть вы не верите вообще, что 2 возможно? Хололо, это ты, да? Ну ладно, ну ладно. Сейчас я на секундочку отойду, раз уж все равно на паузе. Буквально на секунду надо поправить. Да, мост я согласилась взрывать без лишних колебаний. Это же весело. Эта девочка, она единственная знает, куда там пошла моя сестра. Потом мне нужно с ней дружить, мне нужно, чтобы она мне все подсказала. А мост, да, подумаешь, мост. А если я ей буду помогать, она мне такие, я думаю, все расскажет. Так что так. Продолжаем, продолжаем, продолжаем. Да, мне я не могу понять, мне что-то все раздражает, мне все не нравится. Да тут у меня рука всползла, еще что-то. Так. Сбегаем туда, в этот калимар, посмотрим хоть на него, а то потом взорвем. Ты террористка? Готовишь теракт в городе? Нет, я пытаюсь его спасти. Как ты собираешься взорвать его? На вид он очень крепкий. Каменные колонны, цепи, стальные тросы. Лучше нам убраться во свояси. Тогда все будет потеряно, включая твою сестру. Вот видите? Нужно помочь. Он ведет в город. Не бойся, твоей сестры там нет. Мост нужно обрушить. Пусть твой маленький зеленый друг поможет. Да, так и сейчас пойдем. Задействовать червячка на гусеничку. Это все точно ради информации, не потому что ты подлизываешься, чтобы их поженить. О, но я так и не придумала, как его забросить. Это проблема. Сейчас бы пригодилась катапульта или трамплин для капли. Трамплин? Ну, блин, трамплин. А, трамплин! Вы же видели, как крабик взлетал? Лопух я такой. Я понимаю, что нужно сделать. Так. Мы же видели, как крабик отталкивался от цветочка. Мне нужно тоже это сделать. Попробую сейчас его оторвать и принести вниз. А что если его сорвать, он не будет работать? Это не цветочек, это гриб. Это гриб. С ним ничего нельзя сделать, но внизу есть такой же. Николопух. 30 раз побегаем туда-сюда, а потом... Потом получится. Похоже, его давно не поливали. Так что, его надо полить? Переключившись на каплю, щелкни по водопаду, чтобы открыть новую форму капля. Он еще и другим может быть. Лужа. Пей на здоровье. О, он сейчас выпьет и удивит нас, я думаю. О! Он может фонтанчиком ее выпустить? Да! Из
издевается. Какой же он прикольный, а вы говорите, игра надоест. Да ладно. Привет, Дэвид Блэк, вот рада тебя видеть, стример очень умненькая. Полетели. Да ну полетели, говорю. Ты не... не-не-не, тогда ладно, ладно, все, я передумала, идем поливать грибы. Идем поливать грибочек. Хватит этой болтовни, все, идем польем грибочек, он вырастет, тра-ля-ля, мы капли подбросим. Сейчас у нас все получится. О, да у тебя легкая рука, капль. Точнее, лапа. У него есть лапы, серьезно? Что? Как оно называется? Блин, ну давайте мы как-то будем по-другому это называть, там, не знаю, пука-грусть. Я думала, это типа трамплин. Все в игре хорошо, кроме юмора. Но я же собиралась отправить... Мы можем попробовать. Во-первых, его надо надуть. Только он не долетел туда, куда мне нужно. А перетащить его можно как-то куда? Нам, наверное, нужен другой план. Ну вот тоже грибочки нормальные, только я вытащить. Оставлю тебе капель. Ну а что он сможет с ним сделать? Нет? Не хочешь? А в плоском виде? Катапульта или трамплин? Ну да, ну да, ну да. Не зря мне показали того крабика, как он подлетает. А, и вернуться назад в этого червя я тоже не могу. Трамплин, трамплин, лужа, скала, траля-ля. Но мне его дали для того, чтобы полить, правильно? Ну да. Тогда в чем проблема? Почему он мне не полетел куда нужно? Давайте еще раз попробуем, я пойму, что идет не так. Он залез, такой чик. Запрыгнул и подлетает. Для этого грибок нужно, наверное, ближе поставить. Там нет еще одного? Нет. Может быть, в другой форме его туда отправить? Может, дальше полетит, я знаю. Нет. Привет, DTI 88. Слушай, ты... У меня не выводится один из чатов, что ли, я, кажется. Так, надо проверить. Нет, выводится нормально. Так, в обычной попробую сейчас. Третья форма, которую я еще не пробовала, это его обычная форма, без всяких этих выкрутасов. Ну, вот она, да? Помнишь трюк Седвика с пушкой? У. Оп. О, и в обычный реально он долетает. Ну хорошо, хорошо. На этом мы остановимся. Может еще раз полить? Нет, я думаю, уже достаточно. Все. Я больше не хочу связываться с этим грибочком. Ни за что. Все. Я надеюсь, что это единственный эпизод в данной игре, и больше такого не будет. Никогда, что ли, не пинала в лесу? Пинала, но мы его называли Пурхалка. У нас для него было очень милое название, без всякой этой фигни. Да. Какая милая игра, ой, не говори. Части бомбы, все дела. Проблема у нас в том, что я не знаю, как здесь червячок может помочь с бомбой. Чего ей там не хватает? А почему так важно избавиться от моста?
Почему нельзя просто взорвать самих искателей? Потому что придут новые. Нам нужно сразиться с самой королевой лжи, а она прячется за стенами тронного зала, и никто не знает, где он находится. Ну, ясно, понятно теперь. Похоже, проще сдвинуть эту гору, чем обрушить мост. Нет, колонны поддерживаются цепями. Если убрать их, весь мост обвалится. Прости, не захватил напильник. Зато у тебя есть червячок, которого ты собираешься эксплуатировать. Мост нужно обрушить, просто твой маленький зеленый друг поможет. Ну, что он может, реально? В чем дело? У нас 20 секунд, потом искатели пересекут мост и нападут. Ты что же теперь делать? Не знаю, что ты будешь делать, а я постараюсь как можно дольше удерживать. Совсем рехнулась? О, бедный. Его так жаль, так жаль. Как ты это сделал? Силой мысли. О, смотрите, мы ее впечатлили. И теперь в лагерь. Твоя сестра, наверное, уже там. Пошли, чего же мы ждем? Ой, Слай со своими подсказочками. Отправишься в бан. Я не говорю сейчас его банить, я его самолично забаню за такие дела. Видишь, я не просила мне подсказывать. Курили гусеничек. Пиламис. Мы узнаем о тебе столько нового. А, ну, вроде мужик ничего, но вообще, конечно, нельзя доверять каким-то здоровякам. Ты сказал, что знаешь дорогу, а мы ходим кругами, вот-вот. Почему нельзя дождаться моего брата? Ё-моё, она пошла с каким-то незнакомым мужиком. Вот почему, юная леди, кроме того, судя по урчанию у тебя в животе, ты проголодалась. А вся провизия в лагере. У меня не урчит в животе? Ох. А, наверное, это у меня. Одну секунду, кажется, я припоминаю дорогу. Какой-то недобрый знак. Почему бы это? Ой, что такое? О чем никто никуда не идет? О, смотри, бедная пташка. Это Гор, посланник Януса с... какого? Вытащи его из этой штуки. Если быть точным, это хищное растение. Какая разница? Вытащи его скорее. О, нет, ты тоже попался. Ничего страшного, Ринни. Его секрет не сразу начинает разъедать плоть. Какой ужас. Не волнуйся, я где-то читал, как их остановить. Это нужно только вспомнить. Я просто вытащу тебя. Пусти их, кому говорю? Бумс. Бум, конечно, это поможет. А как же, да? Так это и работает. Ой, Ринни. Так он кусает еще сильнее. А, ну ты не переживай, мне не больно. У меня рука не имеет. Растения такие злюки. Ты говорил, что читал об этом растении. Что-нибудь вспомнил? Да, процесс переваривания может идти несколько дней. Ого, а что-нибудь еще? Эти растения переваривают даже кости. Бррр, а что еще? Им не нравится горький вкус. А что будет, если оно съест что-то горькое? Наверное, просто выплюнет. Да, значит, нам нужно что-то жутко горькое и противное. Она будет облизывать неизвестные грибы? Серьезно? Или ягодки? О, да, девочка осталась сама в лесу.
И некому за ней присмотреть, шикарно. Привет, пулеметчик. Ни одного, представь. Что-то я плохо потрусила, надо получше. Эти ягоды совсем не горькие. Очень вкусно. Да, давай, нажрись незнакомых ягодок. Отлично, отлично. И брат найдет тебя. Или твои косточки. Открывай ротик. Какие-то у них странные отношения у девочки и здоровяка, которого она видит впервые в жизни. Ты отлично стреляешь, юная леди, еще бы. Идем облизывать грибы еще в Оштам. Может, хоть мультики посмотрим. О, я же говорила. Смотрите. Ну да, хоть развлечемся перед тем, как ягодки подействуют. Можем еще разок лизнуть. Да. Да нормально, времени много, паренька еще не скоро начнут переваривать. Давай еще разок. Что, съешь? Ничего. Нет. Я ищу горькую еду, да, все так и есть. Это что нужно? Ты же не трогаешь грибы? Руками не трогаю, честное слово. Вот и молодец. Давай еще разок. Вообще не горький. Скорее, ого! У тебя все нормально, Рини? Йоу, здоровяк Сэм! Че, уже очнулась? Сколько там еще не прошло? 3 дня? Так, пробка, что за... Это пробка. Не трогай, ты выпустишь ядовитый газ. Что? А, от него тоже мультики? Болотный газ состоит из илового газа и огнеопасного чего-то там, так. Начнется там уже скелетик. Не, растение переваривает прямо с косточками, все плохо. В корне. Может, я найду что-нибудь горькое здесь? Рини, только не уходи далеко, ладно? Ладно. Держись рядом, юная леди. Да. Чумённая игра, мне тоже нравится. Там, где начались грибочки, по-моему, вообще все шикарно стало. Так, продолжаем. О! Это похоже на такую нездоровую пчелку. Здесь точно найдется что-нибудь горькое. Здесь есть цветочек. Медовый клещ, вот оно что. Есть ягодки еще какие-то. Большой череп. Облизывать череп. Ну давай. Чего мы еще не облизывали? Мох тоже не облизывали. Похож на рыбу. И на вкус как рыба. Ладно. Мох пропитан водой. Скользкий и противный, но не горький. Через несколько дней он сам выберется, когда у него переварится рука и правда ведь. Ой-ой. Так, это назад идти. Маска. Но ее облизывать нельзя. Какой у меня смысл? Давай, надень меня. Эй, что это? Конечно, если какие-то голоса говорят надеть, то обязательно нужно надеть. Здесь кто-нибудь есть? Странно. Смоляная яма. Шикарно, сюда мы еще язык свои засунули. Похоже на растаявшую лужу. Не, на что? Фу. А на вкус еще хуже. Но очень расстроится, если я туда упаду. Нарастаявшее что? Я не успела прочесть, блин, когда вслух читаешь. Так, еще ягоды. На вид они даже горче, чем остальные. Горькие, пригорькие только. Как бы мне туда добраться?
I just need to build a bridge. Надо просто построить мост. Ну зачем ты же здесь этот клещ еще тоже? Oh, and who а, are это you? Кто? Oh, hey. Ну, только не бойся. Привет, Жужа. А, она и сразу имя придумала. Ерени, как тебя зовут? И она улетела. Пока, Жужа. Увидишь Ноа, передай ему, чтобы не волновался. Я в порядке. Горячий мед. Вряд ли он горький. Он просто горячий, так. Маска еще раз. I'm gonna build something out of that. Да, спасибо уже, что сказали. И в Zoom записи про волка на Ютубе все части. Ну уже. Надень. Нет, я собираюсь по тебе потоптаться. A whisper bridge. Шепчущий мост. Отлично. За ягодками. You'll try. Ты утонешь. I'll try anyway. Ты просто не хочешь, чтобы я топталась по тебе. Конец уже близок. I'll help you. Я помогу тебе. Shush. Тише. Just shut up. Просто умолкни. Так, держимся. Рожка, деревце, тряси со мной, ягодкой делись. Ну, давайте потрусим. Бумс, она упала в воду. Да, одна есть, только ее сейчас рыба заберет. Рыба захавает. Хватай ягодку. На вкус как... Воскресное рагу, фу, то, что нужно. Она реально ее съела, она не просто попробовала, там лизнула, она реально ее скушала. Ну, одну возьму. Еще одна рыбки останется. Gotcha. Вот так, ха-ха. Можем еще раз потрусить, чтобы... Нет. Я думала, чтобы рыбки тоже досталось, ну ладно. Эта игра не зацепила. А мне нравится солнышко, по-моему, прикольно. Она довольно размеренная такая. Если бы такое село на меня, я бы сам стал горьким. Так, я нашла горькие ягоды. Что дальше? Нужно приготовить горький экстракт. Экс как? Тебе нужен мощный жар. Вот это я понимаю. Значит, нужен огонь. Пойдем обратно, у нас там как раз есть кое-что. Так. Поищу, куда это положить. Ну, маску можно опять, нет? Смола горит, только нечем высечь искру. Ну, блин. Как не обжечь пальцы, ответ знает кое-кто молчаливый. Вот большой череп, нормальная штука для этого дела, нет? Маска уж точно не молчаливая, она с нами все время разговаривает. Что-то я еще здесь не видела, да? Лев все потрогала уже. Мох? А, мох можно сорвать? Давайте попробуем. I can use that to douse the fire later on. А то ему можно будет потушить пламя. Хорошо, значит, не сейчас. Так. Да, тут больше ничего интересного. Идем тогда в соседнюю комнатку. Облизывание грибов напоминает ей собственные первые эксперименты с шалфеем. Косточка здесь бы пригодилась. Да, вот я тоже об этом подумала. Ну? Совсем не хрупкий. Ну, а что тогда делать? Не-не, пробку мне сказали не вытаскивать. Не получается, да? Плохо. Not brittle at all.
надгробие, но я на него только посмотреть могу. Хотя с некоторыми предметами потом здесь начинаешь взаимодействовать, когда уже посмотришь внимательно. Yes. Ну да. Здесь кто-то утонул в этом болоте. А что означает этот знак? Вечная любовь или что-то в этом духе? Знак опасности. Может быть, с его помощью я смогу забрать каплю? Каплю? Там было что-то другое. Такой контраст игр после волка сразу... Ты знаешь, я специально ее взяла, потому что я уже соскучилась за такими просто милыми играми. Вот, у нас очень много месива было последнее время. Я найду то, что нужно. Не найдешь. У тебя не получается ничего. Ягоды попробовала, все попробовала, но попробуем еще раз. Что-то... Не-не-не-не-не-не, только не грибы. Ну ладно, один раз. Все, я больше не буду. Так, а что еще можно? Ладно, скелет не получается. Да, что такое? Пробку только я еще не пробовала вытащить, все остальное мы уже делали. Что можно с Сэмюэлем поговорить? Вон там какой-то светящийся пчелиный шарик. Так, они просто сгорят, лучше найти что-то огнеупорное, чтобы перенести светящуюся каплю сюда. Да, отличная идея, только я не могу косточку отломить. Ну все, ребята, у меня больше идей нет, поэтому я буду пробку вытаскивать. Поддержал ваш канал на сумму 100 рублей и сообщает мультики о волках. Спасибо большое. Я не знаю, кто это. Парень прямо как дежурство в туалете по средам, что? А что я теперь могу сделать? Что-то изменилось, интересно? Я не знаю, может на Good Game что-то поломалось, потому что вот опять приходит поддержка, и неизвестно от кого подпишись, если, ну, если это баг какой-то. Я бы знала, кого поблагодарить. Спасибо большое. Ночь мультика. Да. Давайте подумаем, чего я еще не... Ну, выпустила я этот газ, но толку от него на самом деле немного. Знали бы, что это мне дает. Отломи клюв птицы и зачерпни им. С ума сойти, у меня чё-то добрый. Гор, давайте попробуем с ним поговорить. Может, он мне что-нибудь скажет. Я ему говорю только, что я ему помогу, да. Так. Ягодки, есть еще такие всякие. Почему так воняет? Это из-за сульфида водорода, результат разложения протеинов, как в тупых яйцах. Ужасно. Зачем я ее открыла? Что? Это метан. Неважно, главное, чтобы горело. А, вот где я буду поджигать. Хорошо, я поняла, куда мне ее нужно принести. Косточка бы пригодилась, но она не может ее оторвать. Она недостаточно хрупкая. И что я могу с этим сделать, если она не хрупкая? Нет. Благодаря своим стримам по Ведьмаку 3 я теперь начал первого Ведьмака проходить ради того, чтобы историю все узнать. Здоровски. Мы Ведьмака будем продолжать или завтра, или послезавтра, в зависимости от того, захочу ли я стримить подряд 2 дня эту игру. Другой вопрос, куда улетела пробка? Я не уследила, может быть, я как раз в этот момент чат читала, не знаю. Слушай... Даникратос, ты можешь, когда обращаешься ко мне, написать, ну, что-то типа Полин или Ника, ну, в общем, у меня тогда твое сообщение будет подсвечиваться, а ты обратился
Ну, просто так, у меня поэтому сообщение было беленьким, и я его не заметила даже сразу. Ну, что я здесь еще не взяла? Ну, этот не отламывается, череп. Это просто проход назад, правильно? Ну, думаю, да, просто проход назад. Мох мне понадобится потом, чтобы затушить. Горячий мед я взять не могу. Ягодки, да, я уже пробовала. Вот, ну, смолу эту. Смола горит тоже, да. У меня уже куча всего, что горит, но... Кто-то, кажется, застрял. Привет, Саша, Темзин. Что за игра? Silence. Это вторая часть. Продолжение игры о безмолвном мире. И она такая классненькая. Такая прикольная, но я застряла. Я должна признать, что не представляю, что дальше делать. В корне побывала я в ваших корнях. Лизну грибочки, честно. Никаких идей больше пока нет. Нет, не нужна подсказка, спасибо. Знак выковырить она не может. Но я не думаю, что она стала сильнее после грибочков. Можно отломать кусочек косточки, подковырнуть знак, достать, например. Ну, хотя он горит, скорее всего, ну, принести его. Или надгробие достать. Ну, в общем, тут вроде бы куча вариантов, но на самом деле мне ни один не подходит. Чего я еще не увидела, интересно. А, у него, кстати, у него есть... Какой-то там ремень у Сэмюэля может снять с него. Don't get too close, Rini. Держись. Don't want you to get stuck. Подальше, Рини, не хватало, чтобы ты тоже застряла. Не, я не собираюсь застревать. Я хочу у тебя забрать часть одежды. Металл, например. Видишь ли, все не так просто, понимаешь, при температуре в 2000 градусов даже... Хорошо, спасибо. Мне нужно что-то металлическое. Дай мне вот эту свою хреньку, она же металлическая. Как ты? Все отлично, полный порядок. Заражение крови можем исключить, видишь ли, при этом вены на запястье темнеют. А можно вот эту твою штучку, или она не металлическая? Но здесь нет ничего металлического, блин. Так, по порядку. С птичкой поговорили, эту штуку мне сказали не трогать с ним. Я говорю, ничего особенного, это я не могу выковырить, это просто газ. Грибочки облизывали, они клевые. Я не могу отломить кусок черепа, скелета, чего-нибудь, потому что оно не отламывается. Так она горькие ягоды нашла, что нужно экстракт из них сделать, нельзя просто закинуть. Надгробие, еще раз посмотрим, может, на что-то новое там вид. Можем ягодки еще пойти порвать вот те. Здесь кто-то погиб. Like, но оно тоже не металлическое. Sam, are you hungry? Don't worry about me. But you need to keep up your strength. Мне нужно пополнить силы, да. Кушай ягодки. Ну вот, хоть чувака покормила. You're an excellent shot, little lady. Yep, I am. Да. Но теперь нужно идти в соседнюю. Нет, в соседнюю не пройти. Огромный скелет, который я не могу никак чипнуть. Что я еще не потрогала? Это риторический вопрос. Терпим, терпим. Попробовала газ еще раз посмотри на газ, и может быть что-нибудь понял. Ты увидел мамонта плюс в чат? Можно же писать, что стример не тупой. Пиши, что хочешь, но если будешь спойлерить, то не получишь бан. Поэтому не спойлерим прохождение, а вот можешь отзываться о моих умственных способностях, как хочешь, за это никто тебя банить не будет. Ну, только если без мата. Мох. Мох мне не нужен. Вот эта штука не отламывается. Не отламывается. Я просто прохожу назад, хотя вроде она такой кусочек какой-то. Интересно, как та рыба сюда попала и как она выглядит изнутри? О, что, серьезно? Его еще можно потрогать? О, тут голова еще одного монстра.
Давай, залазь внутрь, чтоб тебя сейчас прихлопнуло этими зубами. Получается, это монстрёшка. Я знала. Так невкусно пахнет. Ой, это его маски. Напоминает немножко из «Унесённых призраками». Призраком. Нужна помощь, здесь есть кто-нибудь? Привет, Антошка, Кова, здравствуй. Бумс. Почему бы тебе не раскрыть рот? И я могу туда путешествовать, сколько мне влезет. О, можно подпереть маской. Да? Как они сюда попали? Вы можете ходить? Точно можете, как только я отворачиваюсь. Чинк. Будь умницей, скажи, доктор Рини проведет осмотр. И берем теперь малый череп. Бумс. Что это внутри? Тут что-то есть. Рыцарский шлем. Здорово. Ну, здорово для меня, а для рыцаря не очень. Буквально собирался писать про череп этот смог, но я бы тебя тоже забанил. Видишь, нашлись подсказчики. Даже относительно новую игру без подсказок не попроходить. Так, наконец-то я нашла что-то огнеупорное. Но дальше-то все должно быть легко. Тут у нас уже все складывается. Молодец, Рини. Но древесина на болоте слишком сырая. Наверное, стоит поискать что-то другое, что хорошо горит. А еще постарайся найти что-нибудь подальше от меня. Типа что? Ну вот, хорошо, газ горит. Так, только... А, не от меня, наверное, от огня. Не боюсь, не взорвется ли все болото? В смысле, когда я подожгу этот газ? Ну, полагаю, не должно. Ох, нормально. Хорошо, что Ноа этого не видит. Я раздобыла горькие ягоды и развела огонь. А что дальше? Теперь можно приготовить горький экстракт, опустив ягоды в кипящую воду. Больше ни слова. Там где-то была лужа. Лужа. Где лужа? Кипящую воду. Там смола какая-то, а воды вроде и не было. Это получается, что рыцаря съела рыба, а рыбу съела рыба еще больше, да. Да. Ну, тут какая-то водичка капает. Дурацкая смола. Необычный, но что она делает? Она воды набрала. Горит синим пламенем, у нас пламени того цвета получается. На огонь. Да, вот так, голыми руками. Все шикарно. Так и делаем. Ура, я настоящий. О, кажется, зелье готово. Смотри, что у меня. Супер тошнильный сок. Так, идем выливаем. Теперь только он горячеват. Ох, чувак, сейчас обварит ручку себе. И птичку мы тоже сейчас заодно сварим. О, нет. Сейчас будет не очень. Ну что? Не, все живы, не обварены. А что она держит, эта птичка? Отлично, сработано, юная леди. Ура! Смотри, у Гора послание от Януса, нужно поймать его скорее.
good bird. Хорошая птичка. Слышь, мы его спасли. А оно такое вот неблагодарное пернатое, ну. С ума сойти, столько труда было. Ради чего в итоге? Казнить птичку уже поздно, птичка улетела. Сейчас чатик чуть-чуть побольше разверну, вот так лучше. Зайди. Kira, you all right? Кира, ты в порядке? О, это же знак вечной любви. Да, только дух перевести. Да, посмотрите, как она на него смотрит. Здесь так хорошо. Что это за место? А ты как думаешь? Запах мёда, волшебный свет, навсегда запечатленный в дереве. Тайник наркоторговца? Место для встречи возлюбленных, болван. Прийти сюда с любимым, сесть на мягкие покровы, есть сочный виноград и наслаждаться. Дубина. А, ну да. С тех пор много воды утекло. Вся жизнь. Они что, уже виделись раньше? Кто-то проходил первую часть? Ловите, он неблагодарный. Простывшая ворона? Нет, это Гор, наш посланник. Я давно его жду. Гор, спустись ко мне. Давай, это я, Кира. Нет, такой. Что случилось? Ты меня знаешь. Может, в этом и проблема? На что ты намекаешь? Глупая ворона. Ревнует, может быть. Я перенеслась к Рини. Я вообще собиралась помочь достать послание из дерева. Ну ладно. Значит, в другой раз. Прячься там скорее. Нет, что же нам теперь делать? Тс, молчи. У искателей чуткий слух. Ладушки. Где есть эти искатели? Там копье. Сказали же молчать! Сказали молчать, дуреха. Просто представила, что это сказка, а я охотник на драконов, а на дракона ходят с копьем. Тьфу. Серьезно? Бежит. Не могу, чудище меня увидит. А что ты можешь? Видимо, ничего. То есть копье она не может взять, и слезть она не может. И отвлечь его особенно никак не может, правильно? Тут же больше нет ничего. Почему Ноа не рассказывала о них в своих историях о безмолвном мире? Но, видимо, побывал в безмолвном мире в прошлой части, а сестричка у него, наверное, появилась только в этой, я так думаю. Это она стала бы таким искателем, если бы надела ту маску. Вот уж не знаю, может быть, я не знаю, как это работает. Мне кажется, это опять индюшатин, архидемон, да, это относительно свежая инди-игрушка. Такая очень сказочная. Привет, Трутед.
Короче, я ушла отсюда, я не вижу решения этой загадки, поэтому мы сейчас перенесемся к мальчику. И, может быть, он сможет их найти и поможет им. Было бы хорошо. О, вот тут у нас романтический момент, да. Зачем надо было отсюда улетать? У нас есть капель, если что, его можно как-то попытаться забросить на дерево там или куда нужно. Подсади меня. Okay. Ладно. По-моему, он рад такой возможности. Вот так, да? Ow. Oops, slipped. I thought you were clumsy, but you're also a wimp. Я считала, что ты не ухлёжа, это ещё и рохля. What? It's not me, it's the armor. Да ты тяжёлый, это не я, это броня. Почему бы тебе не залезть туда? Боишься повредить красивую кору? Чушь. Она будет стучать по нему. Давай, помоги мне. Времена меняются, но не нужно за это наказывать дерево. Ты не закомбили. Андердаг, привет. Кого симулятор? Заботливого брата и девочки, которые любят грибочки. Эй, что с тобой? Отпусти! Ого, ничего себе, они ее утащили. Ну, блин. Что-то у нас не складывается, да? Ну да, утащили ее. На дерево мы так и не залезли. Цветущий корень. Ты чокнулся? Я ничего не стану трогать. Да ладно. А твоя сестричка бы даже облизнула его. Нора, идем посмотрим, что там. Поломали невеста моя. Да, момент такой, что можно сохранение запустить еще разок. Ты ж ёлки-балки, это что за... Это их мама? Вот этот большой клещ. Кира, Кира, она в полной отключке. Вот там ее сожрали. Но еще не совсем. И эти щупальца, они еще какие-то электрические. Королева пчел? Нет, королевы пчел не так выглядят. Нет, нет, нет. Простите за беспокойство, Ваше Величество, но ваш почетный караул похитил моего проводника. Проведем обмен. Она как-то не очень разговорчивая. Если бы я знал, что вы жили под деревом, то все равно не смог бы остановить Киру. Я не задержусь дольше необходимого. И все, больше он ничего не может сказать. Эх. Как-то мне кажется, что у нас переговоры пошли не по плану. Отсюда никак не достать, да уж. Боже, Кира в коконе сидит, ладно. Можем уйти отсюда? Скарабкаться и уйти, и оставить. Ну, он не хочет на нее прыгать. Так, ладно. Плоской версии. Куда бы... А он может проползти вообще на ту сторону? Нет? А в своем обычном виде? Нет? Ты слишком неуклюжий и большой, чтобы увернуться от электрических отростков. Логично. Поэтому я собираюсь использовать... А, тут чуть корни. Ого, это многое объясняет. Я знаю, куда уходят эти корни. Это вот этот цветущий корень, который наверх торчит. По-моему, это он. Что? Нужно что-то вроде страховочной сетки. Да, отсюда никак не достать. Это я знаю. К
Королевское жилье, так называется эта штука. Королевский джем. Ну ладно. Не-не, не ты, не ты, не ты. Я хотела отправить гусеничку. Ну. Не хочет. Она отказывается меня слушаться, потому что ей тоже кажется, что это какое-то безумие. А, нет, нет, смотрите. Получается, что-то как-то это работает. Это абатур, да, это больше на него похоже. Оп. Ну, так ворчит прикольно. Он пошел это кушать. Ого. Так. Куда бы мне покатиться? Насколько он прыгучий, интересно. Так, 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 так. Он ее что, сейчас какие-то пузырьки на нее пускает? Кажется, ты ее успокаиваешь. Она уснула. Ничего себе. Нам пора, я думаю, дальше идти. Оп. Ой-ой-ой. Это туда будет наша барышня падать в случае чего. Может, нам еще желе нужно? Оп. Сейчас подумаем, что можно сделать. А, он туда не может закатиться. Очень жаль. Так. Why didn't she listen to me? Очень много пчелок. Да уж. Даже под землей я боюсь высоты. Кто бы не боялся, когда заглядывал бы вот такую пропасть. Типак, привет еще. Надо закрыть разлом. Логично, логично. Сейчас подумаем, чем бы его прикрыть. Тут, ну, корни разве что. Я же не могу никак их взять себе. Да-да-да, это мы уже слышали. Но здесь некоторые предметы нужно несколько раз. Я точно рассматривала уже тот огромный скелет рыбы, а в итоге получается, что нужно с ним еще раз взаимодействовать. А что это? А, это просто выход наверх, ладно. Привет, мистер Грин. Ну, чатик у меня наверняка уже догадался, что к чему, да? На нее наушка для хлопоса. Может, опять ее усыпить? Это ненадолго действует, но все же. За это время я могу, может, кусочек чего-то отломить там. Аутентично. Сдержусь дальше необходимого. Ну, как-то ничего здесь не получается взять такого. Постелить там. Тот самый супермед. Ну да, да, супермед, понятно. Да ну нечего здесь постелить. Нечего. Нечего. Вот эти девчонки одни неприятности, я тоже так считаю, да? Отсюда никак. А, можно бежать наверх и попытаться ее вытащить. А, нет, вряд ли плохая идея. Но у меня нет другой идеи. Там, блин, пропасти. Говорят, что нужно закрыть разлом, а не тащить наверх, правильно? Мне нужно что-то вроде страховочной сетки, какую-то паутину найти, не знаю. Только на пол. Плюс, если уже догадались.
Слай, а кто тебе поверит, что ты догадался? Ты должен кому-то там в личку. Вы с кем-то должны договориться, в личку обменяться вариантами, и тогда станет понятно, что ты знал действительно решение до того, как я его нашла. Но это все равно так не проверить, потому что ты же можешь посмотреть прохождение на ютубчике. Вот, поэтому... Мы тебе просто поверим, что ты уже знаешь, что делать. Ну что, ну вот как-то бы их всех поднять, не знаю. Ну вот им нравится вот эта штука. В пропасть? Ты не хочешь полететь в пропасть, а, Капль? Ну, типа, туда им это пустить, а они такие все, не знаю, подлетят как-нибудь и зависнут здесь, не знаю. Не знаю, ничего такого прям совсем очевидного я не вижу. Что-то, что можно сдвинуть здесь или, может быть, отломить, положить. Никаких таких штук. Ну, только сама королева, разве что ей заткнуть можно попытаться. Щель. Да. Пропасть. Да. Центрон, привет еще. Мистер Грим, ну тогда приятного тебе отдыха. Прыгнуть со скалы с криком. Эй, на меня смотрят тёлки. Не, одна и то, вон, она в каком-то обмороке находится. Да в чем дело? Королевское желе взять не могу. Вот эти щупальца разве что можно туда натянуть как-то, знаете. Так, как взять щупальца? Ну, взять их и натянуть там, типа, так, ну, тут их всего два, ладно, бы их побольше было, мы бы сетку, может, какую-то сделали. Нет. Наверх подниматься, ну, по-моему, это очень далеко, мне кажется, решение все-таки должно быть здесь. А что, если нет? Он же за мной сейчас пойдет, правда? Капля. Что, ха? Чё, ха? Что ты там придумал уже? Ну, я поднимусь наверх, посмотрю, вдруг там что-то есть. Right. Блин. Я надеялась, что все будет легко и понятно и бодренько, что я прям хоп-хоп и буду проходить. Ника, о чем игра? А братья и сестрички, которые... Оно соединено с коконом, я уверен. Кокон упадет в разлом вместе с Кирой. Нужно что-то вроде страховочной сетки. Ну да. Ну, я бы могла полететь сейчас к Рини, но там ситуация не лучше. Не лучше, там я вообще не представляю, что делать. Так. Медовое дерево, ну толку от него. Пастбище для медовых клещей. Он уже непрозрачно намекнул, что делать. Он ей... Ну, в смысле, он вслух говорит, что нужно что-то вроде страховочной сетки. Вот, я думаю, что может быть... Похожим на страховочную сетку. Потом, может, он в итоге за этот корень будет... Да, он будет тащить просто его. Но пока что надо что-то там постелить. Снять с себя одежду, может быть, ну, и из одежды там что-то соорудить. А, так вот игра про брата и сестру, которые попали в такой сказочный мир. Потеряли друг дружку и сейчас пытаются найтись. Вот эти вот штучки торчат, вот эти щупальца, вот. Эти усики бьют током. Да не, я вот про те коротенькие. Вот их можно повырывать и, короче, сделать что-то подобие какой-то сетки. О, бульк. А, хотя... Знаете что? Возможно, сам этот Капль может... Ну... стать страховочной сеткой. Ну, это какой-то жестокий очень вариант, но мы на самом деле его все время эксплуатируем так или иначе, поэтому...
Может быть, это не так уж абсурдно. Ну, попробуй. Ну, блин, мне этот вариант вообще не нравится, ну. О, нет, дружок, ты не обязан это делать. Да. Похоже, он пожертвует собой. Вот. Ты не истинный герой этой истории. Истинный герой истории — это вот эта маленькая гусеничка. Ну что, давай, тащи теперь. О, это жестоко. Так, ну судя по звукам, ему нравится. Даже под землей не могу дотянуться до этих корней. Ну, давай тогда как-то повеселее. Я на нем прыгаю. Мне очень жаль. И долго это будет продолжаться. На тебя одежду они вроде как только познакомились. Так, парень, ты можешь пройти дальше и посмотреть? О, нет, дальше нет. Дальше ничего нет, только тьма. Сойти с мостика. Давайте подумаем. Да, да, так. Гусеничка сейчас надорвется. Да мне как-то стыдно так прыгать по ней. Мне бы чем-то дотянуться или действительно... А, ну я же не могу сама выйти на ту сторону. Он за мной идет. То есть там сверху что-то чикнуть, чтобы она упала вниз. Все. На мостик. Да, она без сознания. Чем дольше она без сознания, тем больше шанс получить в итоге овощи. А не Киру в конце. Нам желательно поторапливаться. Рокет джамп. Было бы, да, чем стрельнуть под ноги. Ну что? Как же мне справиться без тебя? Он что, больше не хочет? Подождите. Капль передумал и больше не занимается этими делами. Да, он больше не хочет? Нет, он передумал. Все, я знала, что он не будет терпеть такое обращение. Даже не знаю. Может, ты сам барышню будешь ловить, а капель там пусть летит, и не знаю. Сколько еще будет идти стрим? Привет, Бладласт, как обычно. Как обычно, часочек еще. Что-то я не очень продвинулась на самом деле. Я как-то ожидала, что я буду резвее ее проходить в итоге. Неужели действительно за два стрима я ее не пройду? Почему он больше не делает? Ну, а первый раз же получилось. Первый раз нормально все получилось. Чего он теперь начинает выпендриваться? Ну, я понимаю, что мы с ним плохо поступаем, но... Ему что, опять нужно напиться этой фигни, чтобы стать сговорчивее? Ты поломала каплю хребья. А почему? Почему до этого получалось, а теперь нет? Он хочет, просто ты его не приплюснула. Да ладно. А он теперь не хочет это делать? О, все, вылил. Хорошо. Вот. Но он очень сейчас плоский. Нет, он отказывается. Он отказывается. Понимаете? Все. Ну, он сейчас точно в своем этом плоском виде. Чик. Нет, он больше не хочет это делать. Да ладно. Все. Вот. Вот и приплыл. Ну ладно, мне все равно это, мне это не поможет. Я даже когда его там над пропастью размещала, все равно как бы прыгать толку было не очень много. Может, он пройти не может? Слушай, ну может, действительно не может. Типа, мимо меня не может пройти, да. То есть я ему как бы мешаю.
так подойди к Джему. Плохая концовочка так быстро. Они не могут поменяться местами, да, что такое? Один раз вышло, другой раз нет. Это вообще как справедливо или не очень? Капуль, ползи сюда. Нет. О, вот сейчас может получится. Он ему, по крайней мере, не мешает. Нет! Он отказывается, и я ему уже не мешаю. Слушай, ну Капля, ну мы без тебя здесь точно ничего не сможем сделать. И в щит ползти он не хочет. И мячик он тоже не хочет. Так, еще раз плющим последний раз. Ну может действительно я его не доплющиваю, ну как бы. Всякое бывает. Вот, до самого конца сплющили. Нет, он отказывается это делать. Ну все, вот и поиграли. Хорошая игра была, хорошая. И конкурс интересный. Ну блин. Так, чатик. Чатик. Вы понимаете, ну кто-то... Кто-то из вас понимает, в чем дело? Вот. Я не прошу рассказывать, что сейчас не так. Просто скажите, типа, да, Ника, все идет по плану, типа, все нормально, ты просто еще до чего-то там не дошла. Вот. Или вы вообще не понимаете, что это за фигня, почему это работало, а теперь не работает. Да, что да, Ракон. Я предлагала уже несколько вариантов. Давай прыгай куда-нибудь. Мне кажется, он потом становится чуть-чуть толще, да? Ну, я его сплющиваю, а он потом чуть-чуть все-таки надувается. Да, ты не дошла до чего-то там. Ну, то есть я такая пришла, попрыгала, и все, и больше он не хочет это делать. Давай, давай, давай. Ну куда? Его можно прилепить на королеву. А, подождите, кажется, ему пришла какая-то идея в голову, да? Уху! Или не очень хорошая идея. Так. Корни. Даже не понимаю, чего я от него хочу. Дамочка. Нет. Жаль, что ты не летаешь. Пилами сдавай, спокойной ночи. Да, все идет по плану, ты не видишь очевидного. Ну вот. Ну вот, ну вот. Очевидного. Может, ее надо просто привязать, девочку, и она за ней упадет. Ну, какая здесь страховочная-то? Страховочная сетка. Нет, прыгать туда таким мячиком он тоже не хочет. Он вообще же ничего не хочет делать. Да хватит нам королевского джема, хватит. О, я, кажется, придумала. Что если ее привязать веревками? Ну, вы не подумайте, это только звучит так. На самом деле у меня идея очень такая гуманная. Девочку привязать. Ну, как бы страховочные сетки у нас не получится, но зато она не расшибется. Короче, смотрите, берем щупальца. Нет, не берем щупальца, жалко. Такая идея хорошая была, взять щупальца и привязать ее, и никто не упадет. Не должна упасть, так вот, мы ее просто привяжем этими штуками длинными. Видимо, нет, у меня такая хорошая светлая мысль была. Эй, Спот! У меня был хороший план. Куда? Почему ты его куда-то отпустил? Ну не, мы так не договаривались. Еще раз. Усыпляем. У
О, вот Underdog тоже не знает, как взять. Хорошо. Приятно, что ты тоже не знаешь, что я не одна такая тут. Кобра предлагает зафотонить этого зерга. Я уже на все согласна. Даже научиться фотонить. Если бы это сработало. Привет, Кобра, привет. Вот нужно подобрать щупальце и привязать ей руку. И тогда, когда она будет падать, она хотя бы не упадет в самый низ. Она немножко ударится и все. Но у меня хороший вариант, хороший. Не понимаю, почему он не работает. Блин, мальчик, придумай что-нибудь. Очевидное? Вы говорите, я очевидного не вижу? Да нет здесь ничего очевидного. Здесь какие-то очень кривые варианты только в голову лезут. Нет здесь очевидного варианта. Если бы этот красный корень опускался чуточку ниже... Вы об этом подумали, что его нужно чуточку ниже, чтобы он достал? Ну, да, пойдем наверх. Там его чуть-чуть притопчем. Не знаю, что мы с ним сделаем, чтобы он здесь пониже опускался. Так, давай усыпляем ее, тра-ля-ля. Оп, готово. Идем наверх. Hey, Spot! А когда ты слева, он может стать мостиком? Нет, не может. По-моему, нет. Чик. А, хотя... Да, я отошла совсем на ту сторону, и он... До этого я отходила просто в сторону, чтобы ему не мешать. А когда на ту сторону перехожу этого озера, тогда оно ползет таки. Учишь? Но зато теперь, когда я выйду для того, чтобы этот корень немножко ниже опустить, оно за мной побежит, эта гусеничка. Он меня здесь не будет ждать, по-моему. Есть в игре подсказки, на стримеру сложно. Ну, я не хочу все время прям пользоваться подсказками. Синдром Санчеса. Ой, когда-то мне это уже говорили. Давайте подумаем, может быть, когда я проходила Сайберию. Спойлеры в виде вопросов не считаются. Считаются. А, то есть это он мне заспойлерил решение. Вот я наивная, я думала, он реально просто. Так, нам надо его ниже, наоборот, ниже нужно. Я все, я уронила девочку. А, кстати, за мной гусеничка не поползла в этот раз. А мне казалось, что он вместе со мной выходит. Наверное, я была невнимательной. Потому что в какой-то раз он за мной поскакал. Может быть, когда он стоял, усыплял королеву, то перестал это делать и побежал за мной. Help me, Spot! Ой, он возвращается, надо же. Ну теперь-то мы точно до нее достанем. Хорошо, что девочка не шлепнулась. Сидеть на одном экране 40 минут. Я уже 40 минут сижу на этом экране. Не думаю, нет. Мне кажется, все-таки меньше. Так, подождите. Ну я перейду сейчас на ту сторону. А как он потом мостиком станет, если он мостиком согласился становиться только когда я была на той стороне, и там я ему как бы не мешала. Ну? Дурацкий момент. Я точно пробовала здесь стоять, и он у меня не хотел запрыгивать. Ой, все. Привет, Фибоначчи. Ну, давай, тащи. Только не урони девочку, у нас другой нет. Сейчас запустим. Сейчас мы ей сердце запустим. У нас как раз он есть. Как раз есть чем проверить пульс. Где он собрался его проверять? Ну, на шее проверили, на руке. Где он собирается пульс проверять? Ты дурак, что ли? Под бронелифчиком он решил искать пульс, да? Серьезно? Ну, давай. А, это означало шея, ну ладно.
hear a heartbeat either. Массаж сердца. Теперь еще искусственное дыхание давай. О, да, реально, смотрите, он умеет. Оживить это пощечины? Ничего, я влип. Кира, о нет, о нет. Я знаю, ее нужно током бумснуть. Кира, дыши. Дыши. Попытаться стоило, да. Оживить. Не? Сделай что-нибудь, капель. Мурр. Ну. Короче, все, разряд. Щупальца, дефибриллятор, да. Я же в Left 4 Dead играл, я знаю, для чего нужен дефибриллятор. Так. Точняк дефибрилляции. Да, мы сейчас все сделаем, только я... Блин, капель, должен отключить ее, потом в нужный момент включить, правильно? Тебя что, не учили первую помощь? Учили. У нас было ОМЗ в школе, основы медицинских знаний. Так, ну давай, разряд. Так, сейчас у нас будет или жареная девочка, или живая. Скорее жареная. А, надо дольше держать, я хотела так по чуть-чуть. Мы что, королеву сломали? Кажется, она недовольна происходящим. Соус есть. О, письмо как раз достали. Что-то мы в этом мире испортили сейчас, по-моему. О, это что, это медовый фейерверк? Красиво. Королева коротнула. Да-да-да, это из-за бронелифчика. О, зато мы девочку откачали, смотрите-ка. Что-что? Thank God. Она немножко в шоке. Ты пытаешься меня убить? Мы надеялись, что здесь будет спокойнее, но зря, кажется. You're a strange one. Может, у нее... Да-да-да, она вся дымится до сих пор. Он не хочет, я об этом сказать? Ты в порядке? Нет, она горит. Что у тебя в волосах? Что, о чем ты говоришь? О каких волосах? На спине, что ли? У тебя прядь белых волос. А, я думала, он про то, что у нее там горит чуть-чуть. Нам нужно выбраться отсюда, пока эти твари все еще спокойны. Да, по-моему, там королева уже все. Она не просто спокойна, она уже прям, ну, как бы все. У нее подмышки дымятся. Ой, не знаю, что там у нее задымилось, но...
Забавный вышел эпизод, блин, если бы я не застряла так. Ну, по мне, решение неочевидное, очень странное, что я пыталась. Вроде бы первый раз у меня сработало, потом не сработало. Надо чаще подсказки, конечно, читать. Oh, crap, the bees are back. Oh, no. Hey, the message. Эй, послание. Give it to me. You can't seriously want to read that now. Сейчас Let's нет времени его читать, уходим. Стой. I just want a quick glance. Хоть одним глазком. Нифига себе, такой свиток одним глазком. Ой, да ну ее. Ты и твоя сестра, откуда вы? Тоже прибыли из разрушенного войной мира. Мы надеялись, что здесь будет спокойнее, но зря, кажется. Ты такой странный. В прошлый раз я был здесь клоуном. Это он был клоуном? Я просто надеюсь на светлое будущее, желательно с Риней. Мы ее найдем. Elder Scrolls. Да все, короче, хватит читать. Нам нужно уходить. Ты издеваешься? Тут ничего не написано. Отдай. Ты уничтожила Рой. Не, я надеюсь, что там все у них нормально будет. Неужели у искателей глаза на затылке? Я могу попробовать пробежать, когда он отворачивается. В какой-то момент он все-таки отворачивается, да? А куда я хотела пробежать? Убежище? О, вот сейчас, когда он не смотрит. Оп-оп-оп-оп. Упс. Да, давайте я буду почаще читать подсказочки. Сейчас по стелсу пройду. Ой-ой-ой-ой-ой, ты в своем уме. Эй-эй, я здесь, да, я тебе говорю. Что мне теперь делать? О, нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет. Он его на себя отвлекает. You don't even know what that is. Ты даже не знаешь, что это. Тогда ты ничего не потерял, он его так лёво отвлекает. Yes, I'm talking to you, you ugly brute. Уф. Доставай копье. И теперь я должна его победить? Ну, попробую, сейчас метнём. Королеву спалила, но у них, когда королева умирает, они следующую закладывают. Для следующей там кокон. Антошка, Ко, спасибо большое, хорошо. Ик, она когда боится, она икает. Так, мне, наверное, тут сейчас нужно размикрить. Сэм, оно меня не видит, оно меня не видит. И даже не слышит. Это не важно, беги в укрытие. Последний шанс. Считаю до трех. Один, пять, семь. Я ему попу подожгла, попу подожгла. А ты большой пузатый мишка, все, они дружат. Ну ладно, можем, наверное, верить этому чуваку, вроде он нормальный. Антошка Кола скинул мне ключик в личку. Напомните мне, пожалуйста, разыграть ближе к концу стрима, хорошо? Я сама могу забыть, поэтому прошу мне еще разочек напомнить, когда будем заканчивать, хорошо? Пожалуйста. Давно у меня вебка так оторвана. Жесть. Сори. Вечно я вам красивые мультики не даю посмотреть.
Рини! Рини, о, они нашлись! Ну, ну вот, отлично. Я так по тебе соскучилась. А я по тебе, крошка-кузнечик. О, с тобой Капль! Иди сюда, красавчик. Не, Каплик. Головокружение? Что? Головокружение? Какие новости? И что с твоими волосами? Тебе не нравится? Так что в послании? Его нужно расшифровать. Может, это невидимые чернила или лимонный кот? Возможно, на этот раз восковый. И что нам теперь делать, чтобы выбраться отсюда? Нам нужно зеркало. Выбраться? Но здесь так хорошо. Капль с нами, может, и Седвика встретим. О, я так люблю Седвика. Наверное, он будет и ты только в смешной шляпе. Не ждала? Ну, если он и есть Седвик, то он может к ней прийти, почему нет? Ладно, если найдешь клоунскую шляпу, я надену ее для тебя, хорошо? Обожаю безмолвный мир, всегда мечтала попасть сюда. Но ты знаешь, что означает пребывание здесь? Это мир грез, мир между жизнью и смертью. И на какой стороне ты хочешь очнуться? Если мы хотим жить, нам нужно разбить зеркало, ты понимаешь? Послушай, Рини, неважно, кто и что тебе говорил, или что случилось, для нас самое важное — покинуть этот мир. Ты помнишь, как это сделал Седвик? Он разбил зеркало. Что вы там шепчетесь? Какое зеркало? То, что в тронном зале. Ты знаешь, как попасть в тронный зал? Как попасть отсюда, не знаю, но я знаю, что нужно поднять колесо. Туда нужно доехать на поезде. И все такое. Откуда ты знал про зеркало? Я его разбил, когда был здесь последний раз. Как такое возможно? Потому что я король безмолвного мира. Точно. Король? Я думала, он был... клоуном. Грустным. Это правда. Эй, хватит шептаться. Говорите прямо. Этот псих нам не поможет, ну его. Да ему самому нужна помощь. С этим королем безмолвного мира явно что-то не так. Эм, я сказала, хватит. Мой брат не псих. Не полный псих уж точно. Эй, наш последний заряд. Рини, отпусти, отдай его мне. И что они хотят делать? Это такая шапка клевая. Оставьте ее в покое. Ну уже, крошка-кузнечик. Не, я в первую не играла, Мудхакер. Почему правит эта королева-самозванка? Почему она такая злая? Зачем она насылает... В общем, и все, она хочет домой. О, грустненько. Как-то я думала, они подружатся с этими ребятами, с здоровяком и той теткой. Чернила из молока. Спи, кузнечик, и помни папины слова. Мы как два облака на ветру. Пусть ветры гонят нас прочь друг от друга. Мы встретимся над океаном. Розыгрыш какой игры? Это не игры, я так понимаю, что это премиум-ключик для Good Game. Лучше бы Янус дал мне четкие инструкции вместо этого ребуса. Не волнуйся, я чего-то там все... Что если нет? Это наш единственный шанс. Да, так вот я впервые не играла, я чуть-чуть пробежалась по сюжету, но я не поняла в итоге, что этот мальчик это и есть тот клоун. Не волнуйся, я все верно истосковала, а что если нет?
Это наш единственный шанс. Хороший костер, да? Ага. Что-то у них натянуты очень отношения теперь. Найдется что-нибудь поесть? Уже нет. Они все съели и не поделились. Странные статуи. Просто представлю, что это милые малыши. Хорошие малыши. Можно потише? Рене спит. И покажи мне послание Януса, пожалуйста. Нет, ни за что. Ух ты, вредина, мы ее откачивали. Пусть прочтет, она все равно ничего не поймет. Ладно, читай, только про себя. Первый достаточно сложный сюжет, но в конце был хэппи-энд. Может, и в этой тоже был хэппи-энд тогда. Чтобы освободить меня, покиньте лагерь и пройдите мимо кратера. Сердце стучит у вас за спиной, глаза обращены к затухающему свету. Я буду ждать вас там, на самом дне глубины. По скриптум священный Грааль наш. С такими инструкциями свой собственный зад невозможно найти. Тебе-то уж точно. Ой, бумага воняет. Ладно, плевать. Я просто найду Януса сам. Кто вообще такой этот Янус? Верный друг. Я что-то не понял насчет сердца. Это метафора. Может, он имеет в виду настоящее сердце, что у тебя за спиной кто-то есть? Наверняка это метафора. Какие у меня варианты, что я могу сделать? Я только могу вот так с ними разговаривать, и все. Наверняка затухающий свет — это не закат. А что еще? Может быть, Калимар погибнет? Калимар? Калимар не падет, пока мы живы. Глубину тоже можно понимать метафорически, душевная пропасть или что-то вроде того. Может быть, Янус говорит о средоточии драгоценных воспоминаний. Но мы только что были у медового дерева, если бы Янус был там, мы бы его заметили. А что это за священный Грааль? Волшебный артефакт из легенды о короле Артуре содержит силу бессмертия. Королева лжи. Значит, это вас, ваше величество? Ну что, копаетесь? Пошли. Вниз? Вверх? Вниз или вверх? Я даже не знаю. Ну, вниз давай. Нам точно не туда. Нет, нам туда. Нам точно нужно подняться наверх. Я знаю Януса, если кто-то сможет разобрать его послание, то только я. Смайлик Каплика, но он будет использоваться только во время прохождения этой игры, а игры здесь стрима на 2-3. Ну, ладно, моими темпами 3-4, похоже. Знакомое место. Тут змейка. А, это труба с головой змеи. Вода здесь уже давно не течет. Куча листьев. Почему мы разделились опять с сестрой? Это вообще как? 5-6. О, это же этот летающий крабик. 5-6 много. Я не планировала так долго стримить. Что насчет дополнительного смайла? Я хочу нарисовать несколько вариантов и предложить на выбор их. Есть идеи? Нет. Но хочется, чтобы он был универсальным. Чтобы это не было что-то бесполезное. Такое, что вы сможете использовать и у меня, и на других каналах тоже. Не что-то, что могут поднять, но только в нашем узком кругу, знаете, не какая-то там локальная шуточка, а... Так, куча листьев, ну давайте... Каменная собака, да, я знаю. Найти проход через руины, ну, маленькая щель в стене, можно попытаться туда залезть. Какие у меня еще есть варианты? Какие-то царапинки всякие. Старый колодец.
Видимо, Янос там нет. Да, видимо. Hello? Да, в лагерь. А в этой куче листьев я уже искала или нет, я не помню. Раздвижные ворота. Попробуем раздвинуть ворота эти. Крабик играет роль от Нику. Который раз уже, да. Так, неужели это прям проход? Отправиться в путь? Давайте отправимся в путь. Ой, только двери за мной закрылись. Интересно, я их потом смогу с той стороны опять открыть? Или это все теперь? Смайлик стример не тупой. Не знаю, как ты себе такой смайлик представляешь. Так, надеюсь, потолок не рухнет мне на голову. Гор, знак Януса, должно быть, я на верном пути. Построю лестницу, трех перекладин должно хватить. Найти ступеньки, чтобы соорудить лестницу. Все понятно? Ступеньки. Ну и ладно. Трещит. Маленькая щель, то есть через нее тоже можно было пробраться, интересно. Тяжелый ящик. Попробуем отодвинуть. Где он там? Я, например, его не вижу. Ящик? Это называется ящик? Серьезно? Ящик? То-то, я думаю, как-то ящика не видно. О, секундочку. Нет, это пока еще не конец. Я пока что еще тут. И мы пока что еще продолжаем игру. Что там в окошке? Его можно открыть, наверное. А это могла бы быть ступенька, нет? Ой, ничего себе. Я это же сказала. И здесь куча пыльцы. Вы слышали, полен? Только не вдыхай, только не вдыхай. А у него аллергия? Приятно пахнет. Глубокий вдох. Потрясающий аромат. Куда можно скинуть картинку? В чате на Гудгейме, на Пек 2 ТВ. Не удаляются ссылки. На Твиче удаляются автоматически. Why the hell is it a snake? Because this is silence. Now find the last two snakes. We need all three. Теперь найди еще двух змей там. Нам потребуется три. Is someone there? Эй, здесь кто-то есть? Nobody. Нет, никого. Понятно. Это все в моем воображении только и всего. Cool. Круто.
Что за наркомания? Так, ну здесь вроде бы все. Кошка, там все дела. Цепь. Она удерживает люстру. Да, эта птица должна быть отметка, да. Через эту дверь нам нужно как раз пройти. Надеюсь, это не вход в курятник. Спускаемся вниз. А, ну или в группе ВКонтакте можно мне скинуть. Или даже на Twitch, и я... А, или лицеист. Можно, да-да-да, короче, много вариантов. Грибочки на семье. Так, короче. Это все из-за цветочка, я так думаю. Колонна, попробую-ка по ней залезть. Теперь понятно, почему ты любишь пчел. Я не делаю это снова. Я не буду делать клоуна из себя. Да ладно. Да ведь ты в самом деле клоун. Кто здесь? Кто это сказал? Да полезли. Давай, 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 давай. Вот именно, полезли. Ха-ха. Ну что ты начинаешь? Я же Седвик, мне туда не забраться. Почему нет? Все-таки нужны какие-то ступеньки. Змея очень странная. Неплохо бы его полить, а у меня нет водички, ничего. Можем попробовать пролезть обратно. Нет, он не хочет туда лезть, ладно. Какие у меня еще есть варианты? Еще одно окошко открыть, чтобы свет попал на этот. Барельеф, а там что? Инструменты, да, один у нас уже есть. Лютня, свирель, треугольник. Но нужны еще две змеи для этого, я так понимаю. О, она играет. Так, она плохо играет. А так еще хуже. О, так лучше всего. Прикольно. Ага. Так, ладно, все, хватит, хватит над ней издеваться. Давайте возвращаем ее в нормальное состояние. Ой, не получается теперь. Так, отступить. Колонна, он не хочет лезть по колонне. Цепь я видела, но я не могу с ней ничего сделать. Удерживать люстру и все. Змея, змейка, да. Барельеф, я просмотрела, что там. Можно выйти наружу, конечно, поискать что-нибудь полезное. Думала, это была лайка, а то оказывается треугольник. Слушай, дитя, я тоже подумала, что это была лайка. Да, я тоже удивилась, что это треугольник, просто вслух что-то не сказала. Вот у меня есть сторожевой пес. Зачем-то же я его выкопала оттуда. Maybe another encrypted message from Janus no one understands. Я грибочки не хочу пособирать, нет? Невозможно. Да, и мы сейчас еще раз пройдем, просто нужно найти здесь что-то подходящее. В этой куче листьев не было ничего. Эти ступени. А, ну, кстати, в качестве ступенек нормально подойдет окно, которое я сюда выбросила, да? Ника, тебе игры такого жанра нравятся? Мне нравится ими разбавлять что-то другое. Только в такие игры я бы не смогла играть, я думаю, заскучала бы. Но я, например, очень жду Сайберию, когда она вот выйдет, третья часть. Я очень жду. Так, и что? И можем пса туда задвинуть, нет? Да. Да выдержит, выдержит, давай. Привет, Тир. Ну как простая? Ну тут подсказки есть.
Так, сейчас. Тут загадок так как таковых еще не было. Я ждалась, что здесь какие-то головоломочки будут, но на самом деле пока что нет. Это только догадайся, что было на уме у разработчиков. Глубокий вдох, сейчас нам еще захорошеет, да? Еще одна змейка. Стоп, я попал в окно, ура, я умею бросать. Что его теперь можно... Хороший песик, можно его отсюда убрать. О, он лает? Ладно. Так, что это за гриб вырос? Какой-то грибочек. Он хихикает теперь. Да, любовь к грибам у них точно семейная, как уже сказали в моем чате. В Сибири все ждут. А так, если не играл, рекомендую Дипони. У меня есть Дипони, Старк, может быть, уже убежал, не знаю, но... Может, он и не был сейчас на стриме, но он, по крайней мере, очень ждет Дипони. Вот. А Дэвид Блэк, вот стример не тупой. Мозг с такими, с гантельками. Отличненько. Да, очень прикольно. Так, назад. Вот мы и полили цветочек. У нас теперь здесь две змеечки. Что тут? Здесь есть треугольник, есть лютня, нет только флейты. Флейта я себе тоже как-то по-другому представляла. Две змейки. Но нет еще одного цветочка. Откуда мне еще пульсы взять? Ступеньки. Ну давайте, скажите, что я опять не вижу чего-то очевидного. Я не вижу еще одного цветочка. То есть я сначала открыла один цветок, потом другой. Одному не хватало света, другому не хватало воды. Что может быть еще? Мне туда не забраться. Ну серьезно, может попробуешь? Там такие выступы, ну легче легкого. Не хочет. Давайте убедимся, что я все попробовала. О, можем посмотреть еще раз на этот цветочек. Да, он ему нравится. Когда Ринни была совсем маленькой, она потерялась на поле подсолнухов. Мы нашли ее уже за полночь. Ему запах об этом напомним. Роскошно. Я не особенно увлекаюсь цветами, но этот цветок какой-то особенный, да. Заметно. Наверх еще раз пойти и посмотреть что-нибудь там. Брелев смотрел, змейки. Но я не смотрела на последнюю. У меня две змеи, видишь? Вообще-то нет, я всего лишь голос. А, да, точно. Окно, разрушенные крепости, закрытые окна, видающие миры. Как мне все это знакомо. Двери. Должно быть, это гор. Да, мы это уже слышали. Я просто уже тыкаю все, где побывала, потому что оно в итоге может как-то еще сработать. Затвор. Что за затвор? Затвор фиксирует люстру. Но мне до этого нет дела, мне нужна только перекладина. Ох, сейчас люстра упадет. А, на люстре еще один цветочек внезапно. Отлично. Предлагаю помедитировать. Ты не видишь очевидного? И чего же я не видела? Там очень очевидный затвор. Ой, да ладно. Еще одна змея. Змеи страшные такие. И... Только у нас не очень складно все это играет, по-моему. Идем музычку настроим. Семья наркоманчиков. Что он, что его сестричка? Так, идем настраивать это дело. Мне звучание не нравится. Ренни лижет грибочки, но нюхает. Семья нариков.
Вот. Yeah! Очень просто, на самом деле. Я ожидала, что будет чуть сложнее настроить. Было бы прикольнее, если бы пришлось помдохаться, и на слух все хорошо. Так, но это не похоже на ступеньки. А что со змейками? А, они уснули. О, нет. А почему они уснули и стали палочками? Какая наркомания, бедные змеи. Почему они стали вот такими? Они задубели? В жизни бы не подумала, что мои ступеньки — это змеи. Что там? Ну, скалы. Ника, потому что они были палочками. То есть на самом деле это не змеи. Вообще там все почудилось. Да? Горы. Ну и все, и горы. Больше ничего не видно. Там дальше путь на самую высокую гору. Если не ошибаюсь, это то самое место, где падать ниже уже некуда. Они были палочками. Время, пора заканчивать, да? Ну вот, мы через двери заходим. Я так понимаю, что как раз мы решили какую-то загадочку. Да, давайте заканчивать. Сейчас нужно разыграть ключик от зрителям. О, боже, моя голова. Ух, черт, откуда это похмелье? Да, действительно, откуда? Что это значит? Что было в том послании от лагеря мимо кратера? Янус должен быть рядом. Ну и все, я так думаю, что это как раз точка сохранения. Я надеюсь. Тут нет какого-то другого сохранения, поэтому я просто надеюсь, что она здесь была. Теперь, ребята, для зрителей из Good Game давайте разыграем премиум ключик от Антошки Ко. Сейчас я его найду. Вот он. Музыка, конечно, классная. И она так прикольно нарисована, но эта игра очень на своей волне. Даже не знаю, мне прям залпом ее стримить, или все-таки завтра постримить Ведьмака, а через день к ней вернуться. Не знаю, надо подумать. Так. Не голосовалочка, а розыгрыш. Сейчас я вам на стрим его выведу. Так, ребята, еще раз, участвуют в данный момент только чат Good Game, потому что только для них актуален премиум. И я прошу тех, у кого уже есть премиум, не писать, потому что ключевое слово, давайте просто единичку. Вот, и без повторов, вот. Ну, то есть, у кого же есть премиум, я просто буду реролить еще раз. Так, да, Good Game. Все правильно, единичка. Поехали. Начать сбор. Пишите единичку, кто хочет получить премиум на канал. Слай, у тебя уже есть премиум. Ну, чем ты меня слушаешь? Любитель говорит, что стример не тупой. Такая себе игра, Солуска, не нравится наркомания. Понятно. Не знаю, мне, наверное, нужно будет взять голосовалку насчет этой игры, надо подумать. Как вам она вообще? Проверяешь удачу? Банить таких нужно. 3-2-2, все куплено. Уже. Еще я даже не успела разыграть, уже куплено. Как вам вообще игра? Ну, кроме Soulskin, я пока что поняла только, что она о ней думает. Вот. А вообще, как вам?
Голосовалка подкручена, би-би-би. Нет, ты там даже есть в списке предполагаемых участников. Так, ну что, давайте разыграем ключик. Так, и у нас побеждает GTI 88. У тебя нет на данный момент еще приема, поэтому я тебе в личку отправляю ключик. Спасибо большое, Антошка Ко, за ключик. Вот. Все так затянуто. Ну, может быть, это я долго ее прохожу. Не то чтобы прям затянуто было. Так, так что мы тебя поздравляем. А как я туда попал? Ты, наверное, единичку ставил. Тоже. Нет? Я же поставила по ключевому слову галочку, правда? Ну, какая разница? Поставил человек, который точно ставил единичку, поэтому... Все нормально, в смысле, победил человек. Песенку мне Холло перед стримом напомнила песню, которая, ну, только по названию она созвучна с игрой, вряд ли по смыслу. Тем не менее, давайте попробуем спеть ее хотя бы отрывочек. Он мне даже текст скинул, но она на самом деле песня, она такая длинная, так что я, наверное, опять вам спою куплетик и все. И я даже нашла инструментальную версию мелодии к ней. Могу попробовать. И фарш тоже кому-то прям давал?